Всем привет, друзья, с вами Анин 2К Хаус, я какой-то голем, мы играем в абсолютно новую арену, в которую до этого не играли. Посмотрим, что из этого выйдет, здесь каждый сам за себя, я электризую крипов. Вот, тут есть storage бокс, который можно тпшник к вашему герою, где ваш storage бокс? А у вас есть этот item бокс? Да. Да, окей. А что за storage? В описании storage, а в названии item. Ущипку? А где вообще предмет, так, предмет покупать? Так, я хиляюсь в зависимости от интеллекта, так я голем интовик, интересная вообще фигня. А, ну все, тогда рымкаш не будем, чё ты думал? А чё, как айтемы покупать можно вон? А где рецепты какие? Костыль есть? Во всех таких картах обычно есть костыль. Я нашел кольца. Я нашел костыль. Где костыль? А я тебе скажу, не скажу. Ах, ты плохой пекляжарина. Слушай, тут кольца какие-то слишком дорогие. Я тебя убью. Давай, на этот, слева верхний магазин. Который к стенке, короче. А, я вижу, ну тут разные магоботики. А можно их полностью купить одни? Блин, тут столько айтем, что опять новые темы изучать, блин. А в смысле, ты можешь ткнуть на магазин? Я не могу ткнуть на магазин. Я могу ткнуть на магазин. Может, он возле него просто как-то. Нет. А в смысле, нет. А что, нажать на магазин вы не можете? Ну, нажать-то можно. Я не могу, нет. Я тоже не могу. Ну, есть типа, если лесопилка. Он не видимо, лол, тут лесопилка еще рядом со мной. Вадима и этот, маха. Так подождите, магазин с самого верха, ну басы. С самого верху магазины. Там в самом верху есть магазины, ребят. Уже убил. Кто тут внимательный, я не понял. Минут. А где обычные ботинки? Ой, я нашел обычные сапоги. Так, 60 movement speed, boots of speed. А, еще есть дешевые ботинки, лол. Да, я вот... Boots of speed, получается. Так, надо, получается, надо купить какие-то ботинки. 70, 10 дэмэджа, хпшка. О, Slow Boots Recipe. Gloves Attack. А вы все, дерутся с гнолами? Да. Нет. Я зависит нет. От региона. Местонахождение, да. Я с мурлоками дерусь. Ну, типа, есть, ну, они все слабые, как бы, все одинаковые. Да, просто слабые, я вообще никого не вижу. А где ты, песок? Давай, я гнолов убиваю, хочу тебя убить. Мы на разных, наверное. Не, ну, на разных гнолах, думаешь? Я вижу трупы просто. Я иду по твоим трупам. А откуда ты знаешь, что ты по его трупам идешь? Ну, по чьим-то трупам я иду. Да, кто в магазине? Тут вот. Может, не песок. Вот получается. Я магический фантом и куклус. А вы кто? Давай, давай сверху справа тогда дерется. Блин, а айтемы не покупается. А где этот? Где свой? Где айтем-бокс? А вот айтем-бокс. Мне телепортировался. Где сборки? Тут даже секрет-шоп есть. Да я понял. А я айтем-бокс телепортировал к себе. А как его телепортировать к магазинам, к тем? Интересно. А, у тебя, ну, ты этот... Что? Ты сильно? Я вижу трупы, я готов убивать. А вот, нормально с этим. А есть? Опа, ну все, че, разворачиваюсь, убиваюсь? Блин, а я инту не купил. Я где тут кто-то? Тут кто-то был. Пекляжар, иди ко мне. Давай подерем. Меня кто-то что-то наложил, мне это не нравится. Нет. Пекляжар, с кучкой. Нет. Прими свой достойно. Я хочу жить. Все равно сгоришь, ты видишь, как бы у тебя хп уходит. А что почему ты масик фидит, я не понял. Так я не знаю, откуда у меня столько дамага, я не справляюсь. Ого, от 6 левела песок. Это песок вообще пешечный какой-то. У меня герой хоть, говно, где конечно. Что-то? Вы где? О, тут трупы. О, он выхилялся, гад. Блин, ну отлично, давай тратить свои хилки все. Давай. Блин, ой, у меня намлок что ли выключен, я не попал. Вадим решил не тратить свои хилки. Я решил не тратить хилки, я не понял, что произошло. Они моментальные или нет? Моментальные, да. И без КД. Без КД, полезно. Песок еще кого-то убил. А почему я хилку не потратил? Да где хоть кто-то? Песок просто дамажит всех вокруг себя, я так понял. Ну я как некр из доты. Некр? Прости, что? Некромант из доты. Блин, тут этот пришел. А, ну же 19 киллов, чтобы выиграть. Че за фигня?
Почему все дамажат вокруг себя? Задолбали. Почему я туплю? Все, все, все. Я... Хватит меня бить всегда, вонючий. Как отсюда пропасть? Все, я ушел. Вадим пропал. Да. О. Ой, явка. Блин, а я почему хилка не прожимаю? Что-то я ничего не понял. Ладно, подвинем хилку сюда. Я пытался ее прожать, но не справился. Я какой-то антикрасавчик. Так, рецепт за полтинничек. У меня почти... Где рецепты все. Вообще? Ну, рецепты где вот это? Сверху и по карте раскиданы. А. Иди в шоу. А, я быстрее тебя. Тут я рядом. А здесь статуи есть, это получается к боссам, что ли? Желтый круг? Да. Да. Так, ну что, у меня все еще есть хилка. Я сейчас... Кабан! Нифига, кабан! Я куплю свой первый рецепт, улучшенные ботинки, между прочим. Я вообще не могу найти рецепт. Как-то очень странно деревья обходятся, я не понимаю, я не играл в Warcraft, блин, неделю, я как будто всю жизнь не играл уже, что происходит? Я не играл в Warcraft. 10 тысяч лет. Так, все, я купил ботинки, больше мне лень искать какие-то рецепты. Дальше больше. Дальше меньше, блин. Так, все, подхиливаемся. У меня хотя бы есть килл, хоть один. Пекли жарено убил. А я не, у меня говно, герой, у меня ничего нет, у меня мана-щит, инвиз и сжигание маны. Почему так странно все обходится? Тут, короче, мне не нравится эта зона. Так, о, тут мечи какие-то есть. Чёрт. А, у меня еще это, рефорджерская графика стоит, оказывается. Я только сейчас понял. Что за пуст? Экран пропал. Вадим, что ты делал? Почему ты не умираешь? А почему ты, блин, у тебя стан на 3 года? Вот как бы мне тоже интересно. А, да. Вадим ультанул, что ли? Да, все стали. А, блин, мне надо хоть на разик вкачать армор. И тогда все будет зашибись. Ну ладно, пофиг потом. А у меня вообще отстойный. У меня ульта делает. Я просто атаку себе на короткое время повышаю, но зато так уверенно. А, так а это была не ульта, это твой стан? Нет, ульта просто дамажит и замораживает. Но я почему-то тебя не дамажил вот это время, я не очень понял. Какой у вас тип защиты? У меня герой. А, ну у меня холи, ну ладно. Офигеть. Ого, блин, этот сидит там, что-то этот. Мне нравится, как пик лежат. Опа! Что токены как? Видал? А что ты быстрее меня? У тебя сколько плюс? У меня ботинки. 50, а у меня сколько? У меня плюс 70, а что ты быстрее меня? Големы известны за свою скорость передвижения. Ой, не успел стрельнуть. Нифига! 232 урона, это что? I am so strong. У меня 666 голды, пишите срочно в комментах. Голды. Так, а где, чё, интеллект какой-нибудь мне помешал, судя по тому, как я играю, блин. Чё делать? Плюс 85%, а так спит. Ух ты, а сколько стоишь? Я так понял, что мне я такой полудамагер. 1400, кстати. У меня уже есть. Чё у тебя есть? 5%, вот 85% так спит, да. А, нифига ты хитрый. А ты тоже интовик, небось, раз вызываешь? Я силовик. А-а-а. Силовик некр, который вызывает и как бы... Ну, нормальная тема, я считаю. Не, ну я вот купил вот эти странные ботинки, которые дают все статы, и как-то стало, ну, повеселее стало в целом. Ой, тут кто-то есть. I see that people. Офигеть, у тебя урона с руки. Можно не надо? Эх, ну закончилась моя фигня. А ты еще столько всего вызываешь, блин, гад. А я вызываю... Не добил! А как, я чё? Сумоню на халяву, всегда ж не фить его, алё. Я сумоню героев, когда я их убиваю на 8 секунд. Поэтому убил всегда чаты. А ну сюда. Я хотеть жить. А ну сюда. А можно жить? No. Ну, и... О, тут новые мобы появляются. Спасибо, Сигдач, я тебя люблю.
Шок. А чё всегда что-то не дамажит? Блин, у меня ульта до сих пор не откатилась, чтобы вы понимали. А меня магия невозможно убить просто. А где тут есть что-нибудь на этот хп? Ну, скорость атаки. Да. С руки мне можно убить. С руки можно, да. Так, что, немножечко армора. А я что-то качнул армора. А, все, нормально. Не, видимо, редко пересчитывается здесь армор. Так, ну что, сейчас у меня все еще осталась хилка. Я, блин, тогда мог тоже песка добить, но я ее переместил на тот слот, который мне удобно пользоваться клавиатурой, но из-за этого я туда не смотрел и сдох. О, мой старый друг. Джиггипуф. Блин, как бы мне тебя догонять? Ты что такой быстрый? Ну, у меня сапоги лучше. Да ладно, а я уже там дорогие купил. Да, дороже не значит лучше. Да, блин, я привык всегда к кого-то. Что такое? Так, ну что, мне надо наверх, к сферке той. Желательно приклежар где-нибудь найти. А, может, есть какой-нибудь телепорт там, блин, я не знаю. Чё тут есть на скорости атаки, ребят? На скорости атаки сфера он есть. Какая сфера? Где? Hell Fury Orb. Там же, где маска на мобиле. Ах, какой ты, смотри, такой хитрый, говорит, такой, типа, а она сверху, наверху, посмотри, а я пока убью тебя. Еще один хитрый тут. Ругнис. Какие вы хитрые, какие. Хитрюшки. Ого, это что за дамаг такой? А что за... Тим опять свою... Ай, блин, да, а вы все останавливаетесь, что ли? А я почему-то убить не могу. Ура. А где сфера за 1400? Она не в этом магазе была. Я, кстати, когда ты это проюзаешь, у меня какой-то баф налаживает. А, тут можно кликнуть там на светлячок внизу, и он покажет, где магазин находится. А, понятно. Прикольно, прикольно. Где купить топор? Топор у гнолов вроде. Блин, а как выглядит магаз, в котором продается вот эта сфера за 1400, я уже забыл. Я же говорю, Вадим, на светлячка тыкни, вон этот, алтарь некровский, андедовский. Подожди, тыкать надо просто На светлячка тыкаешь, и он тебе показывает, где два магазин раз, на карте. Блин, так он что-то за километр, я где-то ближе видел. А, вот в зиме. А, тут, видимо, а, нет. Окей. С понятия где-то видел? Вадим, да. Вернись! Ты умрёшь. Песок в итоге всегда чё? Слабо мегонис. Чё-то я не могу понять, где этот магаз. Я его видел где-то не в этом. Да блин, всегда чё, вонючий. Вот это фигня бесячая. А, Вадим, в любом алтаре. Алтари, видимо, в каждом регионе. А, every алтарь, ну да, я понял. Ой, Зендая пришла какая-то там. Как интересно боксом своим путешествовать. Боксом? Надо быть боксером. О, все, нафиг. Никак, я так понимаю, это просто типа ты айтемы ложишь, которые тебе не нужны временно. Да. Ну я понял. Призываешь к себе, выкладываешь айтемы и типа окей. Так, все, я купил эту штуку. А что еще клевого собирать на атаку, интересно, автоатакером? Вадим, а ты где? Ты рядом тут? Ну, я на карте. На какой карте ты? На зимней. Опаньки, ну все, выехали. Я Инкуклус. Еду мстит. Блин, а тут этот гад. Давайте похиляемся. Что-то у меня кушка так слабо хиляет, но она хиляет в зависимости от инты, но инту как-то чисто собирать не хочется, потому что я в основном тупо с руки дамажу. Зачем мне вообще инта? Я есть Грут. Хоть не грудь, блин. Чё, Димасик, давай драться, давай сражаться. А нашел кто-то в итоге айтем на хп чистом? Блин, надо было тебя ударить. Нет, я не искал. А чё за ворота? Кто-нибудь видел ворота? Чё там за воротами? Блин, я когда райд кликаю, я туплю на секундочку, мне это не нравится. Ну, типа герой останавливается. Ну да. Да умришь ты! Ааа! Вроде мои 85% атак спида не помогли что-то. Закайтил. Да. Да что-то да. Я думал, что я второй раз, мой второй удар будет быстрее твоего второго удара, но что-то нет. Так там еще кровотечение на тебе было. А, я еще истекал тут. Он, блин, еще всегда бегает. Вонючий. Или не очень.
Так, а что покупать? Я не понимаю, почему, когда я тыкаю на атаку, герой на секундочку останавливает? Это было потно. А вот этот Сигдач уже собрал какие-то А, нет, это обычно. Сигдач покупает предметы, давайте его забаним. Да, вообще пипец, что он делает-то? Я самый отстойный, я не понимаю. Мне что-то не понравилось, когда ты меня с первого удара снес почти все хп. У меня ульта такая. Ты сворлд собрал какой-то. И топор мне... Да что вы зайдите в попу, блин? Нет ничего. Я всегда еще уже играл, небось, в эту карту 1000 лет. Да, 1500. Всегда ща мои просто суммоны убили, которые по карте патрулируют. А что делать? Пришлось умирать. ХП нету. Они смертник кабан, я первый раз смертника увидел. Смертник кабан. Давай смертника завалим. Подобрал чуть-чуть. Кабан же. Они даже голды не выиграли. Ну что ты остановился, ты рак! Рак! Вау. О, я опять начнусь. Сори. Я немножечко вас зафризил. Надо прочитать описание своей ульты или не надо? О, боже. Так, могу купить маску смерти, в принципе. Почему бы и нет? Ну, типа, у меня дамаги с W очень много. Буду много отхиливать. О, есть кольцо на 10 хп регена, кстати, но... Блин, так, ну, типа, просто лайк на хп. Было бы вообще отлично. Проблема в том, что я чисто завишу от своей W. Я прожал W, я нормальный парень. Прожал. А, то есть от тебя убегать надо просто, я понял. Ну, она у меня кдшится почти сразу, конечно. Но все равно, как я ограничен. А, ну понятно. Тебя да. Да-да. Кто-то там дождики запускает, какие-то салюты. Блин, опять эти грибы нифига не обходятся. О, пекляжар, ты ману жжешь? Да. Я жжу ману. Жжу. Мана жжешь. Жар, ты жжешь. Как ты меня... Ах, ты кровотечка. Кровотечка. Я не понимаю, как моим героем играть пока. О, меня... а тут дерево есть еще как бы. Вот у меня одно дерево, например. Да. Только дерево это... есть. Так, можно, получается, поискать себе айтем за дерево какое-нибудь. Я что-то не нашел пока айтем. Я нашел в самом левом дирижабле. Orb of Pain, Crown of Power, Iron Sword. Ага. А я как туда добраться? Через босса? А, там красный круг есть. Всегда еще унизил. Двоих причем. Так. Orb of Pain. О, Аркан Orb of Pain. Что за Orb of Pain? Корона. Ищем Orb. Ну, Orb of Pain это в любом алтаре. О чем? А чем бы еще Orb of Pain? Сферка на 45 атаки получается. Ну, кстати, можно ее взять. А хотя... где столько голды взять? Не знаю. А, ну можем... Меч. В принципе, можем не доигрывать. Ну, точнее, этот какой не собирать. Потому что сейчас закончится все. Почему закончится? Потому что у этого песка 13 убийств. А сколько надо? 19. Да лол. Ну, кто-то такой мод писал. Так чё, а песок сам мне причём продиктовал мод? Я... Было написано в настройках, я и сказал. Такой хитрый вообще мод, при котором выигрывает песок, тупо. Да. Так и называется. Это Iron Sword. О, Iron Sword, да. Блин, хватит фидить песка, кабан вообще какой-то слабый у нас. Кабан, соберись, алло. Ай. А я не правильно расскажу, зачем делать, поэтому супер слабой. Да вы надоели фидить его. Вадим, давай финальную битву где-то. Нет! Финальную битву? Давай у меня ульта откатится, после этого я вообще на изи. Тогда это будет финальное избиение. А, тут еще и на 19-м ловит. А что за Crown of Power, где она находится? Что за 500 этот? А, может случайно этот купить? Ну-ка. Окей, я понял. Где меч найти? Кто-то видел? Что-то меч на в самом на траве в левом этом. Угнул. На траве. Блин. Найти бы Crown of Power, кто-нибудь может знать. Ой, я нашел меч.
Меч, да, на траве. Но это корона королей. Это... В ледяной, короче, по сверху четвертый магазин, посмотри. Четвертый откуда? По сверху. По сверху. Так, тут кто-то был. Надо людей, я так понял, искать. Крипы не так важны. Так, вот тут куски этого, куски песка. Офигеть, они грызут. Ну, они улучшаются от моей ульты. Она единственная, что дает им хп и дамаг. Офигеть, какой песок бешеный. За мной выехали. Вадим, не выезжай. Чуть не убирай. Знаешь, типа, этот спел чем-то бесит, как этот ESO спел этого Данте, который все замедляет. Да блин, нельзя давать. Ты же лоу хп был, как ты его выхилился? Блин, да как тут ходит герой, я не понимаю, почему я кликаю туда? Вообще на грибах лучше грибы в зло. Да, а там тут... типа темная земля, ее обходят постоянно. Да, вода там какая-то непонятная. А, корона кораблей. Корона кораблей. Кораблевская корона, так. Ух ты. Да хватит фидить песка, пожалуйста. Ты уверен? Ну, один килл, что ли, осталось? Ноль? Ой, well done, блин. Так, ну что, друзья, мы продолжаем еще раз играть в эту непонятную карту. Я заливаю все дождем, надеюсь, он меня не дамажит. Я еще пока не прочитал. А, он разочек всего падает. Я Джайна, но с лицом огненной магички. Ну, точнее, обычной магички. Убиваю тут скелетосов, но они тоже меня убивают. У меня в прошлый раз был герой с отхилом, и как-то пободрее все шло. Сейчас непонятно. Так, 100 дэмэдж. Я за всегдача играю. И как? Играется? По-украински как-то. Окей. Так, чё, я, короче, когда кастую спел, рядом жахаю. Но у меня, блин, мана и все уходит. А, здесь мечи всякие сильные. Мне нужен какой-нибудь магаз с банальными айтемами, там. Ботинки. А, вот здесь ботинки что-то продаются. Ботиночки дешевые. Кольцо есть, кстати, на 3 health регена. Вроде звучит неплохо. Давай все хилки потратим, чё нужны наркоманы. А вы поняли, блин, этот, есть айтем из колец собираемый? Наверное, да. Я не понял. Но мне какую-то не понял. Кинули. Я даже спелл не могу выбрать. Чё это за заклинание? Я под ним даже спелл не могу выбрать. Какой у тебя план? Звучит неплохо. Сколько хилки тут стоит? Где их купить? В рынке? У меня ботинки, у тебя нету, не надо за мной бегать. Какой-то песок прям. А! У тебя ботинки, у тебя нету! Добрый вечер! Как ты, песок, ты был неубедителен, прямо скажем. Первый раз я убедил его. А чё, Кингиджар, куда ты убегаешь? Подожди, сейчас, секунду. Секунду, погоди, секунду. Урса, ну ты нафига ты меня встанешь, потому что... Че у вас за заговор против песка там, я не понял. Блин! Не знаю, я просто всех крипов гашу. Да хватит фидить пиклижара, алло! Да это виноват всегда еще, давайте его кикнем за это. Давайте кикнем его уж, давно пора. Да, сражайся. Я не буду сражаться, я А нафига ты меня бил, скажи? Я? Да не ты, ты-то понятно. Значит, ну понятно, он дурак. Он меня застанил, понимаешь? Ну застанил, чтобы пиклижар добил, да? Чтобы пиклижар убежал, а потом добил. Найс. Ай-яй-яй. Я убиваю всех крипов с прокаста, но... Ну, с одного спыла, точнее. А, я что-то уже всю ману выпил. Мне казалось, я один раз прожимал. Какой-то я транжира, блин. А, ну у меня атаки, кстати, больше, чем у голема прошло в полтора раза. Неплохо. Офигеть, а можно больше так не делать? Зачем? Ой. 200 голды. Да. Ой, что-то мне не понравилось это. Хотя не было смысла качать, только больше дороже стоит. Так, ну что, у меня есть дешевые ботинки, я могу купить еще фиговинку на интеллект, получить чуть-чуть атаки. Ну что-то кольцо на ман-реген меня вообще не спасает. Был бы здесь вот айтем из всех колец, я был бы доволен. Я был бы властелином колец, но, наверное, его нет.
Здесь, я так понял, рецептов-то в целом не очень много. Это забавно. Звучит неплохо. Звучит неплохо. Я посмотрю. Сколько там на загрузочном экране писало? 74 айтема. Это фулл айтема, да, рецептов-то. А, 74 фулл рецепта, блин. Да не, не, айтемов просто. А что это такое? Не знаю, не в чё это такое. У тебя пассивка тени, типа? А, я даже не читал свою пассивку, блин. А, я мог тебя бить, что ли? Я вообще не понимаю, что, я шел к магазину, за мной зачем-то бегает песок, у меня две хилки. Я забежал куда-то в какую-то жопу. А все, Вадим, мы с мурлоками затимились. Да жесть, меня мурлоки окружили, сам в какую-то жопу забежал. Вадим, мы с мурлоками единое целое. Да ты что, теперь новый король мурлоков, что ли? Да. А где Женя? Ладно, сдох. В принципе, тебя не страшно фидить? Блин, ну ладно, я двух мурлоков под тобой убил, главное. Я за киллы получаю спелпауэр. Чё, спелпауэр? Нифига ты гад. Навсегда. Блин. Да я не понял вообще, что происходит. Вот что в прошлой игре, что в этой. Самое смешное, что вроде у меня все нормально. И, ну, то есть я в прошлой игре был, блин, топ-2 вроде тащил. Сейчас, не знаю, тоже может что-то у меня получится. Фишка в том, что я вот заметил, что... Да хватит фидить, пиктижара, пожалуйста. Это вы ловко придумали, ребят. Пиктижар, какой у тебя ловил? Пятый. А, у меня тоже пятый. Ну ладно. Фишка-то в том, блин, что на меня в последнее время что-то реально часто гонят. Типа, ты нубас, даже вот в карте по элемент ТД, где я стабильно занимаю там, ну, второе место из 18, третье место из 18. Ну, типа, такой нормальный парнишка. Их просто бесит, что у тебя голды много постоянно. Да, да, да. То есть, и ты при этом протекаешь. Стабильно выигрывают люди, которые копят интерес. И все равно, типа, что-то на меня гонят. Да сдохни ты уже. Да писец, а что за этот, не убивай? А, так это пиклежар, Ваню. Вы нафидели его, просто писец какой-то. Я не понимаю, зачем вы его так фидели-то? Я в него все свои прокасты всадил, у меня 6-й левел. Я инвейдил как мог. Да что, в смысле, а что ты инвейдил-то? Ты бегал вокруг меня, я в тебя стрелял, просто у тебя дамага нереально. Вот так мы его и фидели, вот так и было дамага. Ну блин, да если бы этот, ты со своими мурлоками не бегал на меня, я бы собрал вон штуку на интеллект, нормально. Ну круто, ну блин, а я тебя убил, получился 30 спелпауэров. Я бы убил пиклежара, не знаю, что это дает. Я был бы рад от этого, ты за меня бы отомстил. Да? Ну пойти что ли в грибную зону? Осторожно, там дурман. Это Вадим там бегает. О, что о, домино было? За меня играет. Что это было? Убил тебя? Не, я что-то не понял, как, что я сделал. Ты как-то заорал, и у меня все хп куда-то ушло. Все непонятно. А что домино убежало? Домино, вернись. Домино убежало. Мы с ним хорошо затимились против Рубнеса. А здесь есть брайсеры, интересно, местного разлива какие-нибудь? Брайсеры? А, ух ты, тут какой есть. О. Чего, какой есть, признавайся. Интересно. Слушай, а мне нравится этот предмет. Купил за 500, выиграл предмет за 1000. А где этот случайный предмет продается? В магазине справа сверху. Я не успел. Спелпауэр мой. А, ну реально, в принципе, если ты ничего сейчас пока не собираешь конкретного, если у тебя куча слотов. Ну там заканчиваются они, чтобы не закупать бесконечно. А что? А где сверху, справа я не вижу этот вопросительный знак. Где он? Он в алтаре, Вадим. А, в алтаре. А, ну слушай, я не сверху, справа. В целом логично. Не сверху, справа. Так, 5 дэмэдж плюс... Не, пока вот это качество. Ой, так, так, так. Так, тут что-то все плохо. Ай, блин, тут... Идем всегда, поговорим еще раз. А, ты... Че, я даже не отхилялся на фул. Найс. Че, я ни одного моба не могу найти. Мне как это, деньги там, опыт. Зачем?
Блин, у меня прошлый герой настолько был сильнее. А, но зато здесь КД практически нету. Лол. То есть мне манны адские, адово не хватает манны. Пойду к боссу. И умру. Да? А, я не пришел к боссу. Песок стильнул. Лол. Блин, пиклизар 7 килов, просто с ума сойти. Такой фиженный. Ты меня фидишь, Вадим. Ну, я тебя как буду выглядеть? Крипов реально нет. Где крипов? Ну, нас просто больше, поэтому... Домино пришел, да, эффект домино. Блин, все вопросительные знаки выкупили. Это плохо. У меня выгодная инвестиция. Я купил айтем за 950, подождал 2 минуты и продал его за 800. Это у него пассивка, типа, стакать стоимость. А-а-а. Ну, чуть-чуть не дождался. Не, ну получается здесь очень выгодно драться, хотя за смерть ты теряешь 200 голды. От крипов, если умираешь, то не теряешь. А написано же было 200 голды. Вот, точнее, от героев, если умираешь. А, героев. Ну да, героев. Получается, здесь, ну, нет смысла отдаваться от крипов. Так, а рецепты... Ой, здесь кто-то был. О, ну за что вы так? Блин, не очень я попал. Все, уйдет. Что-то... А смертника, что у тебя за фигня? Ты становишься каким-то жестким, но что-то и сам огребаешь. Я не могу вообще управлять им, он сам бежит на автомате. Блин, я за 500 купил... А, нет, так этот айтем 550 стоит, а я купил его за 500. И это прям тот айтем, который мне был нужен. Забавно. Ну тогда ладно. Так, ну я очень быстро хиляюсь и очень быстрый КД тут. Блин, сам совершенно спросил смертника и сам прослушал. Я такой молодец. Ё-моё, не успел заезжать. Вадим, ты маг, ты не должен атаками бить. А, да? Ой. Что, Вадим? Блин, а я думал, тут рецепт ботинков. А где рецепт ботинков? Да. А, сверху ботинка. Слева, да, он или где? Рецепт слева. Айди сам. Сигдач с дабл ловкостью бегает, а вот они. Блин, а если я выложу айтем, то Сигдач подберет? А, да? Да, конечно. И маг, и да, все. Не, а ты долго будешь за мной бегать, я не понимаю. А, я какой-то замедленный. Ладно. Я купил айтем за 500, мне дал айтем за 80. Ну да. Нормально. Стоп, добивай меня, главное, всегда чушь, чтобы не досталось. О, красавчик. Да всегда ж, ну бас, через всю карту за мной бегает, явно же кто-то меня найдет и убьет. Ну, конечно, мне это не, ну, плохо, но ему-то тоже смысла нет. А зря ты песку отдался, у песка он стакается от убийств. А всегда ж, ну бас. Ну, всегда ча 6 киллов. Ну, плюс меня, ну, смысл отдаваться человеку, который просто нелогичные вещи делает. Я плохо был. Офигеть, смертник. Там просто копеечка осталась. А Вадим еще один раз отдался, и мне бы хватило вас убить обоих. Я справился с ним. Опа! Блин, почти я уже нажал, блин, я уже нажал left click. Вот я уже нажал W и left click, и не успел, блин. Я бы так убил бы этого доминошку. Переиграл, получается? Переиграл, я тебя. Давайте рискнем, раз переиграл. Давай. Ну, получается, подрался. Блин, не мана нужна, просто адова. Меня переиграешь? Я бы не переигрался. I need mana very much. Ну, тут есть супер кольцо на ману, вот я его куплю, да, надеюсь. Понимаю. Ну, это ульта. А, у меня ульты нет. Ой, переиграл. А почем там маска скорость? Это. Да. Почем? О.
Ай, блин! Всегда бумеранг какой-то кинул. Что произошло? А почему он кидает сюрикена, если он урса? Он сказал, я обычная урса, и берет, херачит сюрикен меня. Офигенно вообще. Прям как Дота. Типичная урса из Доты, чё? Ну почти урса из Доты. Смертник меня за елкой ждал. А где ты, Вадим? Я тебя жду, а... Ищу, точнее. А и ты в армии меня ждешь или что? Жду. Так, а чё? А, мне нужна та штука на манреген адовая. А кольца где находятся, интересно? Вадим, идем драться. Зачем? Ты в грибах? Ты в накладных? В грибах. Ты на чем, Вадим? О, есть сфера плюс 12, плюс 15 интеллекта. А где ты это видишь, Вадим? Скажи мне. Давай знай, где ты находишься. Магазин справа снизу, короче, этот отображают сайтом, когда в магазине. Опа! Опа! Опа, Тедди! Аккуратно, у него сюрикен. Да-да, я знаю. Я уже умирал не раз. Он вооружен и опасен. Он, блин, этот какой-то, блин. Оладушек. Я хочу драться с кем-то. Опа, опа, ты думаешь, я такой тупой? Не выучил? Жалко, я опыт за него не получил. Да Пиклижара, не Фитти, блин, я что-то не понимаю, что происходит. Не, ну Пиклижара очень сильный герой, конечно. Мы его первый раз видим. Пиклижар, не Фитти. Да. Явно я за него в прошлый раз не играл. О! Жесть, вообще, песок. А чё это, ты, у тебя ульта или что? Да, раз в 2 минуты, да. Бывает. Блин, опять Димасик этот всё меня полностью заткнул. Блин, надо как-то это, нормальный мод поставить, это неинтересно так играть. Ну да, надо, мне кажется, не на киллы, а на время. Возможно. Ну карта вообще неплохая, на самом деле. Ну ты, да. Ты это, чё делаешь-то? Прикинь, кто так делает вообще? Ладно, я тебя оставлю. Только ты меня тоже оставь. Ты думаешь, я тебя не убью? Не убьешь. Да блин, беги уже за ней. Чё ты за елкой спрятался, а? А чё? А чё? Блин. А чё? Не вижу. А, Димасик отдался от нейтралов. А, я к боссу пришел. О, я сейчас 200 голды потеряю, да? Сюрикен полетел! Черт его, блин, урса из Доты, а. Ну, кстати, не такой сильный босс тут. Но зато он в видосе показал босса. Но потерял 200 голды. Я не могу ничего этот себе купить. А где вот вообще магазины с сильными рецептами какие-то? А вот, например. Я хочу драться с кем-то где-нибудь. Я тоже хочу драться. А я знаю, ты сюрикен уже использовал. Фейри ринг, аркан ринг, крон оф пауэр. Фейри ринг, аркан ринг. Ну блин, да. Надо сапог собрать. Думаешь? А, где еще кто-нибудь? Вот уже. Он я. А, ну я нашел, кстати, рецептик, вроде себе такой подходящий более-менее. Уаааа, нифига ты! Есть тут кто вообще? Ну, ладно. Вейгард, а я себе уже 500 обивить пауэр наставил. Ну это прям скин Вейгара, по-моему. Моделька. Где враги, блин? Здесь, конечно, проблема, где что это очень большая карта, и ты можешь встречать, а можешь не встречать. А драться вообще выгодно, в отличие от Эвикса. Прям как... В принципе, в любом случае выгодно встречать врагов, глядишь, кого-нибудь застеляешь, что-нибудь сделаешь. В Эвиксе-то вот нет такого однозначного плюса. Но в Эвиксе, конечно, ну зато здесь более такая, камбэковая. Надоел своими айсбергами. Ну, хз, значит, камбэковый. Да блин! У меня просто этот кастинг тайм дольше или чё? Я нажал сразу же. Ну у меня стан просто, поэтому может. Так я ничего даже не успел кинуть. Ой, я тебя не видел, сори. Я альта попсу. Идем поговорим. Да не-не-не-не-не. Да не, идем, чё ты там? Вейгар? Вейгар.
А, точно, это же Вейгер из Лола. А КД снижается, окей. Тут, блин, тут же еще на 19 левеле дается дополнительный спелл, но мы что-то никогда не... Да не-не-не, не дается, это просто плюсик. Неплохо. Там пикли жар, не убивай меня, Вадим. Вадим меня заморозил. Я бы его добил. Черт. А чё ты? Ачу? Ачу? Ачу, Вадим, ачу? Вообще мне понравилось в целом. Ты чё? Ачу? А где Crown of Power, блин? Где-то рядом была, по-моему. Вадим, давай драться. Да иди нафиг, я с тремя подрался, самое время вообще. Два. Льдышка. Льдышка. Растопил ты мой лед, песок. Ой-ой-ой, сколько тут крипов. А, песок хочет меня догнать, он хитрый. Ну, офигеть, песок хочет выиграть. Хитрюга. А что ж ты так, я песок? Тут пытаюсь айтемы собрать. Неплохо. Я позабочусь об этом. Интересно, я посмотрю. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Не хватает маны. Я посмотрю. Интересно, я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Бедолага-доминошка. Это забавно. Так, здесь пиклижар. Нет, пиклижар. Не хочу с тобой дружить. Маны нету ни черта. 675 маны! Зачем я прокачивал до этого левела? Теперь просто не могу нифига делать. Вернись, пожалуйста. Давай. Так, ладно, 120 голды я заработал с крипов. В принципе, пойдет. Да, блин. Так, еще раз. А где вот корона королей? Только не отправляйте меня в верхний магазин, пожалуйста. Контроля. Вот, например. Ну, на зеленке где-нибудь есть? Я не знаю. Я могу помочь. Интересно. Так. Вадим, а ты там говорил, что ты нашел клевый моноген? А где? Ну да. Льдышка, блин. Я посмотрю. Ты сам напросил. У меня недостаточно маны, как бы. Интересно. У меня тоже. Ну, ты же обманываешь. Ну, не на все недостаточно. Ну, а, не на все, ну. Блин, так а что? Ну, есть этот в процентах суперсильный манреген. Есть тот сильный айтем, я не могу корону королей найти. На, ну, вот есть она над тобой. Нижний правый магазин ледяной. У тебя на голове. Тебе там недалеко. Нижний правый. Окей. Не, ну с этим регеном вообще намного лучше. А где его найти? Где рецепт сам? Рецепт... Понимаю. Вадим, где рецепт, говори. Я пощажу тебя. Я не веду переговоры с террористами. Блин, я оделся деревяшек, хоть убью. Рецепт в этом, в такой старой казарме людей. Тут как бы... Блин, я почти босса убил. Турса за мной бегает. Я не думаю, что там будет что-то клёпое с босса. Тебе дадут одно дерево. Ага. Я так подозреваю. Вдруг осталось найти только сам рецепт. Тут вообще все. Урса, убей его. Не, он убил. В итоге песок с мурлоками подружился и забрал меня. А я вот раз топ-3, да, блин, скатился. Или нет? Подождите, что я? Да, я топ-3. Эх, ну да. Ну пишите в комментах, как я плохо сыграл. Давайте найдем мод нормальный. Всем пока.